Всем привет! Алло, алло, алло! Что? Это небольшое обновление. Сегодняшнее наше. Ничего не произошло. Почему не произошло? Как вот в комментариях написали, оказывается, сегодня прям вышла эта передача. На которой я вчера была, вы представляете? Да, я ее посмотрела, страшно. Я вообще в шоке, потому что я вот уже третий раз снимаюсь на телевидении. Ой. Первая передача «Время обедать» была. Так мы ее ждали больше месяца. Ну, почти полтора месяца, да. Да. Вторая передача. Они и кто там? Они и мы они называлась и мы. У Гордона. Две мы ее тоже две недели. Или три недели ждали. А тут я просто поразилась. Вчера сняли. Быстро работают люди. И я маму там видела. Она в зрителях сидела, да, но прямо рядом с Малаховым. Такая красивая. Мне не удалось слово вставить. Прям не ну, удалось. Просто в этот я раз была приглашена активным зрителем. Это значит, что с нами там репетировали. Нас должны были спрашивать наше мнение. Но вот, к сожалению... Ну, получилось. Наверное, очень, просто... Очень было горячее обсуждение, да, без в нас. Этот раз. Там зал, если вы будете смотреть, услышите, как зал негодовал. Вот, так что я мамочку видела, она там очень красивая была. Я после вчерашней передачи пришла домой, говорю, Аня, все, мы должны прекратить вообще есть. Аня так говорит, нам это не грозит. Я говорю, ты что? Все что угодно может случиться, если посмотрите вообще эту передачу, есть. Это очень страшно, на самом деле очень страшно. Посмотрите. А когда я там сидела в зале, это все показывалось на большом экране, это еще в миллион раз страшнее. Ужас. Потому что все эти животы прямо над тобой колышутся. Ужас. Просто кошмар. Так что, Аня, выздоравливай. Да, и начинаем, серьезно. Я вам даю кучу обещаний. Я обещала, что во вторник выйдет Makeup Day. Но я просто вообще в никаком состоянии. Я все время потею. Она почти 18 часов проспала. Я потею все время, поэтому воняет, я думала, потеет, макияж не будет держаться просто на мне. Когда я нервничаю, я потею. Когда я потею, я воняю. Когда я воняю, меня моют. Когда я мою, я нервничаю. Так что простите меня, пожалуйста. Спасибо вам большое за пожелание скорейшего выздоровления. Я стараюсь, честно стараюсь. Вот астаксантин пила. Да. Вот. Я забыла, что мы по осени-то астаксантинчиком балуемся. Вот. Это кроме того, что мы пьем в wellness-пэке. Да, на самом деле это все потому, что у нас шпарят батареи, а на улице как бы тепло. Из-за этого в комнате очень жарко. Я еще под одеялом пуховым сплю. И я открываю окно, наверное, ночью меня обдувает, и вот я заболела. Вот все из-за этого. Ну, я могу сказать, что у нас вокруг нас много людей сейчас болеют. Да, да. Подруга моя заболела, дома сидит. Сегодня муж ее приезжал кое-что забрать. Он тоже больной. В общем, все болеют. Еще несколько человек. Еще несколько человек. Не будем называть. Не будем показывать пальцем, но это слонёнок. Ну, она уже смеется, значит, уже все на поправку. Да, вчера было гораздо хуже. Мы ее любим, мы ее кормим, мы ее поем. Так что. Даже целуем. Представляете? Сами вот. Рискуем своей жизнью, особенно Бася с Маней, рискуют и целуют. Мама сегодня лук ела, чтобы не заразиться от меня. Фу! Хорошо, что вы не нюхаете, только нас видите. Вот, так что я обязательно, я уже вам обещала, но я обязательно войду обратно в график и все сниму. До Хэллоуина я все сниму, обязательно. Я еще дизайнер ногтей один нашла. А сегодня мне просто великолепнейший дизайн ногтей с совятами прислала девушку. Ну, такая, как вы вообще, такие просто потрясающе красивые. Ой, я смотрю, потому что там Бася Игрища заигрывает с Маней. Да, начались игрища. Это вообще значит, нечто. Нам пора идти. Все. Ну, мы завтра обязательно встретимся. Надеюсь, с чем-нибудь более интересным, чем сегодня. Угу. Мы вас очень-очень-очень любим. И обнимаем вас крепко. И до скорой встречи. Ой, как раз вот и Баська. Ой. Падает. Падает, да.
Вот Басик пришел. Все, до скорой встречи. Всем пока. Пока-пока.